на Саваджах, да? Так. Хреново, что они сделали. Хреново, что они сделали этот поправки все в одну кучу. А это спецом сделали. Надо было делать по отдельности. Вот каждая поправка, каждое голосование. Да, растяните это на год. Дорожные работы. Пусть год люди голосуют. Это не делается быстро. Но это будет реальная картина. За что люди за что против. Чуть-чуть мы не успели, да? Какие-то, блин, 10-10 минут. Ну, как бы ни гнали, мы бы не успели. 150, наверное, надо было ехать, да? Все понятно. А, и тем более, это она только началась. А пункт будет еще дальше. Я вспомнил, что мы забыли, да, взять? Че? Надо было купить, наверное, на заправке. У меня есть в сумке пачка есть. Но ее надо поставить. Заканчивается. Я вспомнил, что я хотел посмотреть. Я хотел найти объявление Авито в Барнауле. Охуенная идея. Помнишь, как они назывались? Нет. У тебя фотка есть с тачкой на заднем стекле. А он присылал, да? А вот да. Фотку стырили с катутиля. Ага. Я тоже ее видел. А, не стырили. Это, судя по всему, и есть Непена. Дают цену ниже рыночной, на них одни жалобы. ЦЗ, как они работают, то пересечься они явно не желают. Так что ищите другие конторы. Не советую их как скупщиков, цена у них уж очень низкая, ищите других людей. Не советую эту компанию как утиль. Позиционируют себя как профессионалы, а ведут как мошенники. Анализатор настроен на сдвиги по палладию на минус 0,4 грамма. Сплошной обман. Игнорирует сообщение, не рекомендую. Все очень понравилось. Тухлейшая контора, инфа на сайте и в реальности не имеет ничего общего. В коммуникации полный бардак, все делают
почитаю, там инет пропал. Там же у них наверняка есть наши филиалы, перейти на московский филиал. Да, есть такое. Я уже видел Москву, не успел перейти. Наша цель выходить на завод. Вот узнать, от какого количества завод идет? Я думаю, от 100 килограмм. Да? А может и меньше даже. Может и от 30, и от 30, и от 50. Я же тебе говорил, им важно... Они возьмут любой объем. Ну, не 100 грамм, конечно, не килограмм. Ага. Вот, они возьмут любой объем. Им важно процентное содержание. А то же самое по отзывам. Да? Не рекомендую другие готовить там. Площадь Революции, но они же не там находятся, в Москве. Наверное, есть там какая-то. Это все вот Святослав Нестеров. И вот все их отзывы были. Катализатор 22.ру. Сейчас мы и на сайт их зайдем.
гадость во рту какая-то после сигарет, кофе. Жвачка на плохой. Кстати, стояла, я стоял, и так вот нормально. Вот он, катализатор на первом месте, они идут. Ты? Да. Вот, и, вот такие. Так, давай почитаем. Производим комплексный ремонт под ключ. Всегда в наличии расходные материалы, пламя-гасители, прокладки, фланцы. Прошиваем под евро 2. Чип-тюнинг с увеличением мощности электронной обманки, расставки. После удаления принимаем ваши катализаторы по анализу плюс помол изделия. Вычитаем из общей суммы ремонта плюс доплачиваем наличными. Качественный и дорогой ремонт. Записывайтесь. Три объявления. Получается, есть, да? Да, видимо. Мне кажется, они ошибку допустили, что написали это в объявлении. Многие просто приезжают и оставляют. А у них, видишь, какой маленький. Ну вот, вот откуда вот это вот все идет. Рядом с машиной вот такая вот херотень. Чистые мысли, а это вот. Да, он просто тупо тырит и все. Да. Да заебись, солнце съебалось. Ты помнишь, что нам еще нужно будет этот, как вернуть? Что? Да, вот так вот. Полтинник и 20. Да. Что вернут? В Альметьевск. Деньги за это. За комплексом? Да. Я помню. 15. Было 35.
Вести пост ДПС. Ограничение 90. Нормальные, да, ценники приемлемые? Да. Не как на М1. 20 километров. Как они это регулируют, те цены на тех? Почему они зависят? От наглости владельца. От жадности. Ну и там автодор. От чистоты, наверное, от состояния альтернативной дороги и от пропускной способности. В Питер, наверное, частенько ездят, в Шереметьево частенько ездят. Более, не более состоятельные люди, да? Наверное, да.
кажется, им нужен компрессор подвески. А где он, кстати, у нас? В Москве там наверху. Гадать бы его. Слушай, мы как вернемся, можем съездить туда, на этот запад, Митин или куда там, купить пламики, но так, без фанатизма, а пока, ну, поскольку ситуация такая, да, так, это у нас Липецкая область, да, пока ситуация у нас... Самые основные возьмем, мы вчера въебали, блядь, Hyundai. Мы что, в Hyundai засандалили вместо 100 на 100? 120-е. Ну, да. Вот, я имел в виду. Без фанатизма такие, ну, блин, какое-то время, наверное, поэтам помучиться. 100 на 100 там 10 штук, 110 на... Хотя 100 на 100, 10 штук, это уже там... 5 копеек. Да, 5,5 где-нибудь так, 1000. 10 обманок, это еще плюс 2000. И на десяточку, да. Ну да.
платный участок. 414 километров. С, не-не-не, с 330 по 414. То есть 84 километра. Я чуть-чуть считал 414. Спросить, где следующий не надо платить? Тут один где-то это. Спроси, на следующем надо платить или нет? Так, а сколько? 140. 140. Скажите, а это на следующем не надо платить, да? Не слышу. Вообще похуй. А, вот, стоимость проезда по плану 82 километра. Короче, какой-то чек где-то надо сохранять. Угу. И на выезде... Я несколько платных участков проехал, плата один, да? Не, не так. А этот, там, по-моему, следующий как раз участок будет... Там где-то, короче, посередине есть еще съезд, и у кого есть чек, те не платят, а вот те, кто съезжал, они должны будут там заплатить. Вот, смотри, 140 плюс 70, 210, плюс 35, 245. Пятнадцать рублей.
интересно посмотреть, блядь, как живут вот в этих, да, городах, Нальчики, вот эти всякие, да? Хоть посмотрим, что там происходит вообще. Как они там эти кружи извиваются. В Воронеже никого нет? Нет. В Воронеже такую фигню, да, такую же фигню настроить. Заливать.
я однажды на Полике с Волгограда приехал на одной байке. В Волгограде перед выездом заправился, причем где-то в середине города, не на выезде, в середине города заправился, полный бак под завязку. Ехал в пенсионерском стиле, но я поружусь, кстати, лежала, отдыхала. И следующая заправка у меня была на МКАДе уже. С МКАДа на одном баке доехал. Ну, поле, конечно, ни хрена себе. Это не этот поле был? Не этот? Да, да. И было это позапрошлым летом. Что-то там делал, было МКАДе. Да, там просто пишет. Приходите бороться за власть. Все. Уже можешь сам спокойно. Да.
все, ворота откройте, иначе пизда, всех перебью по одному. Не, ну я думаю, одного тигра, наверное, мало было бы. А вот с какой-нибудь тысячи тигров можно было очень не тигр, наверное, а знаешь, что-нибудь типа этого, видел гусеничный такой, ломающийся, как он называется, блядь. Вообще везде, и плавает, блядь, и вообще везде поедет. Амфибия какая-то. Да, 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 вот как он, блядь, называется, блядь. Ну, не в этом суть. Да он пизда вообще, там с танковым мотором, блядь. Ну, у него же, понимаешь, у него же тоже ограниченное количество боезапасов, боеприпасов. Ну, боеприпасы сколько ты отгрузишь, только будет. Набрал там все эти КВССов, блядь. АЭС, вал, блядь, ПСС, патронов и баллистическое количество. Все равно на всех не хватит. Один РПК там, блядь, побольше патронов опять, блядь, печенек какой-нибудь покрупнее, мало ли, калибри. И все, и попер, блядь. Все, можно было деревню свою устроить, блядь. Не, можно было бы это. Оружие закончилось, раз назад вернулся, да, да, и всех, опять. Всех захватывал у нас, всех, что там есть вблизи вообще. Все ходят, дань тебе носят. А там хули на село напал, всех перебил, считай, что хули там со стрелами, что ли, пью-пью. Кто не летят, нихуя. Слушай, ну они могли каким-нибудь маслом облить и поджечь. Да, хуйня. Колесные пары везет на этом вагоне, что это железнодорожные. Что, сука, нельзя было там, блядь, тоже ЖД отправить, что ли, блядь? Дебилы, блядь, да? Дохуеть можно, блядь. Да, они, кстати, денег стоят, пизда, колесные пары. Просто как кольцо. А? Как лоб? Нет, вообще, как сама деталь. Еще я недавно узнал, блядь, одного типа, что вот мы пытались заниматься машинами, да, на даже покупкой. Также можно заниматься железнодорожными вагонами. Пизда, говорит, как выгодно. О, вот это купи, продай. Вагон депо купил, блядь, или где-то там. Другой отдал на ремонт, или сделал документы, что ремонт прошел, был. Вот. И другим прибавил, блядь, транспортной компании, у которой свои вагоны.
где стоянки, по вот эти потому что где сайты, какие депо, какие ремонтные, где какие запчасти, еще мутить и так далее. Вот. Этот же тип мне рассказывал, что ремонтное депо, если свое открыть по ремонту, ну, вагонов, крыло на машине там за 10 тысяч рублей, а там могут, блядь, кисточкой покрасить, блядь, на вагоне железнодорожном. Стоит, блядь, сотку. Знаешь? Так. Грамотные люди вышли уже на эту хуйню. Можно прям на Шкоде на заднее стекло написать заправка кондиционеров 1000 рублей, можно прямо сейчас и кататься целыми днями по Москве. Мне кажется, клиентов будет ебанистическое количество. Как думаешь, нет? На Шкоде не хотелось бы с такой рекламой. Ну, понятное дело, я тебе образно говорю. Я с Пельмой не будем этого делать. Как бы художником тут отправить четверку. Москвич 41. А встречки. А, это вот так гладко объезжает. Я умник, да? Знает места волшебных полян. Катные по системе. Сосна. Обычно сосна, сука, в лесу растет, блядь. Как, сука, река сосна, блядь. Бля, вот эти переходы, мелкие ямочки, она вообще охуенно переезжает. Ближе, чем Skoda, кстати. Как-то так, ну, сквозь пиво так. Без лишнего удара, блядь. Так и стоит, нихуя не бывает. Ни меньше, ни больше. Ну, вот такой у нее расход по трассе есть. Ровно 1300 осталось. Да нет. Это вот так округляет. Да? 1270 осталось. Будет меньше 1250, он покажет 1200. Да. Какой?
показываются номера. Мы близимся к Амфлогову. Да. Я вот на задних этажах. Эпицентром. Жевлом, вот этого вулкана, блядь. Уродом, блядь. Это плавятся, блядь, кипит лава, вот это, блядь. Каждый, кто на что подал. Чуть слабинку дал, все, съели, да. Закрывали, блядь. Сука, естественно, отбой, хули так делаешь. Природа варточка, блядь. Всем не выжить, блядь. Слабого съедают по ним мгновенно. Ну или уезжать оттуда. Одни косточки остаются просто как пираньи, блядь. Тот, что успел откусить, тот, блядь, счастлив. Крымушку пустите, все, пошел, пошлем. Пошли вас завязать сразу.